Здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. 31 декабря, мать его, год заканчивается. Новый завтра наступит, или у кого-то он уже наступил, а кто-то, может быть, в другом часовом поясе смотрит, и у них уже вообще миллион лет назад, это 2021 наступил. Шутка. Короче говоря, долго я думал, что надо бы записать какое-то такое вот поздравление своим подписчикам любимым. И до последнего я даже не знал, буду ли я это делать, потому что, с одной стороны, хочется сказать что-то хорошее про уходящий год, пожелать всем всего самого крутого, но про этот год особо много хорошего-то не наговоришь. Говна, знаете ли, у всех наслучалось. Этот год был самым високосным из всех високосных годов, которые вообще были за всю мою жизнь. Я, кстати, тоже в високосный год родился, поэтому я, наверное, такой упырь. Ха! Ну ладно, не будем, скажем так, о грустном. Давайте о чем-нибудь веселом поговорим. О чем-нибудь хорошем. Я на самом деле буду рад, если вы в комментариях к этому видеоролику поделитесь со мной о том, что же все-таки у вас хорошего, именно вот хорошего, произошло в 2020 году. Что вот вам такое вот положительное приходит в голову? Для всех это абсолютно разные события. Я знаю, вот у кого-то, например, ребенок родился, и это радостное событие в любом случае. Кто-то, может быть, впервые четверть без двоек закончил, и для него это тоже радостное событие, и на самом деле мне обо всем этом интересно было бы почитать, знаете ли, поднять настроение, да еще и другие смогут залезть в комментарии, тоже почитать и себе настроение поднять, понять, что все-таки добро какое-то, оно, знаете ли, в жизни существует. Его не так много, но оно есть. Хочется, знаете ли, быть на каком-то таком вот позитиве. Хотя в последнее время через силу себя этот позитив весь выдавливаешь, сколько его там осталось, не знаю. В любом случае, буду рад действительно почитать обо всяких достижениях, положительных моментах. Поделитесь, не ленитесь. Радуйте меня, других вон, кто это читать будет. Опять-таки, сами для себя вспомните, и будут положительные моменты. Я же, в общем-то, всем хочу пожелать в наше-то сложное время-то в первую очередь, конечно же, здоровья. Без него, знаете ли, никуда. Конечно же, успехов какого-то материального благополучия, что ли. Да, говорят, счастье не в деньгах, но на самом-то деле, кстати, счастье действительно не в деньгах. Но если они есть, это же хорошо. А сейчас кризис и всякая вот эта вот фигня вся. Детишкам всем пожелаю, радуйте своих родителей в первую очередь. Они вас все-таки любят и стараются для вас, наверное. По крайней мере, большинство точно. Всякое, конечно, бывает. У кого из вас есть дети, радуйте своих детишек, потому что они вас тоже, скорее всего, любят. Так что вот вообще радости всем побольше, всем радость, да. Радость и хорошее настроение. Потому что хорошее настроение — это и есть счастье. Всем же счастья желают. Вот хочу, чтобы все были счастливыми. Это же круто. Также за прошедший год хочется сказать огромное спасибо всем за поддержку. Спонсорам, кто просто донатил на стримах. Вы, ребята, крутые вообще. Благодаря вам сейчас на канале происходит то, что сейчас на канале происходит. И это здорово, наверное. Кто просто смотрел, лайкал, писал комментики всякие, вам тоже, ребята, огромная респектуля. Вы тоже красавцы. И всем, в общем-то, за это огромное спасибо. Все молодцы. В общем-то, долго я тут сопли растирать не буду. Всех, друзья, еще раз с наступающим или с наступившим, у кого как. Всем удачи и всем покаки.